Все? Вот так сделай. Всем привет! И вы снова на нашем канале Сестрички Лайф. Я Маргарита. Я Ксюша. И сегодня у нас видео на тему Хэллоуина. Нам бросила вызов Ангелина. Канала Алина Лайф. Привет, Маргарита и Ксюша! Я очень рада, что вы согласились снять со мной челлендж на тему макияж на Хэллоуин. А то есть Хэллоуин челлендж! Ангелина будет выбирать для нас, а мы для нее. Поэтому как посмотрите наше видео, переходите на канал Лина Лайф, ссылка в описании. И посмотрите, как она справилась с нашим заданием. У каждого из нас по два макияжа. У Ксюши два и у меня два. Для Ангелины мы уже выбрали ее макияж, и она выбрала для нас. Ну а перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Давайте посмотрим, что Ангелина выбрала для меня. У меня есть вот такая вот корзиночка, в которой находятся 8 бумажек с вашими образами. Сейчас я вытяну 2 бумажки и посмотрим, какой вам нужно выполнить макияж. Первый вытягиваем Маргарите. Так-так. Хорошенько, кстати, перемешаем, да? Перемешиваем. Так, макияж зомби. Ну, я думаю, это тебе по силу, и у тебя получится суперский макияж. Мне попался макияж зомби. Ну что ж, вытягиваем 2 последних макияжа. Так, первый Маргарите сейчас. Посмотрим, какой ей сейчас попадется. Макияж из мультфильма «Каролина в стране кошмаров». У тебя прям крутой образ, мне кажется. Если ты не смотрела, то я советую обязательно посмотреть этот мультик. Он очень классный, ну и героиня тоже классная, поэтому очень классный образ получится, мне кажется. Тебе даже пойдет. И макияж «Каролина в стране кошмаров». Я, кстати, читала эту книжку и смотрела фильм. Сейчас решим, кто будет первый. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я начинаю первое. Я буду делать макияж «Каролина в стране кошмаров». Сначала я найду в интернете этот макияж. Вот я нашла. Тут очень много вариантов. Пуговиц у меня таких нет. Так что их придется рисовать. Май гад. Я уже выбрала. Вот такой вот я попробую сделать. Рисовать мне придется в ванной комнате. Потому что здесь у нас большое зеркало. Вот у меня коробочка с аквагримом. Еще я с собой взяла свой чемоданчик с косметикой. Мне понадобится черный и фиолетовый. У меня парика такого нет. Начну я с глаз или с бровей. Брови черные. Ну что, начинаем. Они круглые. Черных бровей у меня еще не было. Теперь нужно одинаково. Надеюсь, это у меня сотрется, потому что мне завтра в школу. Ну, пойдет. Теперь я буду рисовать губы. То есть, как будто они у меня зашиты. Вот как у нее. Вот такая вот у меня краска. Так, черный цвет. Ну, пойдет. Теперь я буду рисовать ниточки. На губах тоже. Вот опять крестик. С ртом закончила. Ну как-то так. Ну что, ребят, похоже. Теперь осталось самое главное, это глаза. И может быть я нарисую только одну пуговицу. Теперь нужно закрашивать. Ну, как будто мне кто-то в глаз дал. Я решила, что буду рисовать 2 пуговицы. Нарисуем второй синяк. Второй почти готов. Ой-ой-ой. Тут у меня румяна. Вот так вот. Мне еще нужно нарисовать веснушки. Ну что, я сейчас буду себе дорисовывать пуговицы. Ну что, ребят, осталось нарисовать веснушки и все.
Ну что, ребятки, я закончила. Оцените мой макияж. Вроде похоже. Заходите к нам в Инстаграм, и там вы можете оценить наш макияж. Следующее вытаскиваем Ксюше. Так, Ксюш, какой у тебя будет макияж? Посмотрим сейчас, посмотрим. Макияж из мультфильма «Труп невесты». Я думаю, многие смотрели этот мультик, поэтому если ты не смотрела этот мультик, то обязательно посмотри. И посмотри, как выглядит главная героиня, ну, то есть невеста. Ну что ж, девочки, я вам желаю удачи с этими двумя макияжами. Я надеюсь, что у вас они получатся очень-очень крутые. Я нашла этот макияж «Труп невесты». Сейчас я выберу, какой я буду делать. Я попробую взять этот макияж. Кожа не голубая. Нужно смешать голубой с белым. Начинаем. Хорошенько размазываем. 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 Не хочу быть с мультиком. Так, с кожей я закончила. Теперь нужно нарисовать бровки. Рисуем бровки. Гусеницы получились. Теперь леснички. Реснички. Хочу поскрипать. Все? Синяк. Ты тоже? Чем ты смеешься? Ну что, ребят, мой макияж «Труп невесты» готов. Ну что, ребят, следующий мой макияж — это зомби. Я уже выбрала примерно такой. Нужно лицо сделать зеленоватого цвета, глаза немножко черненькие. Приступаем. Я уберу волосы, чтобы они мне не мешали. Ой, прогнозирую. Так, мы сейчас смешаем краску. Слегка зелененькая. Ой, сейчас буду Шуреком. Не зомби, а Шуреком. Так, сейчас нам нужно рисовать синяки по глазам. Я хочу это сделать тенями. Возьму пока серый цвет. Второй глазик. Теперь нужно скулы. Ну что, ребята, у нас остались губы и кровь. Так вот у меня получилось. Вот так сделаю. Какой не он у него это. Все, я думаю, хватит. Ну что, ребят, мой макияж зомби готов. Испугались бы меня. Почему я вчера так не пошла? Сейчас пойдем пугать Ксюшу. Она испугалась. Этот макияж мне больше понравился. Понравился. Я думаю, круто получилось. Если понравилось тебе, ставь лайк. А давай, Ксюша.
Ну что ж, последний макияж вытягиваем к Сюнчику. Что же тебе попадется? Что же тебе попадется? Макияж вампира. Точнее, вампирши. Надеюсь, что ты тоже справишься. У нас даже прикольно совпало. Вот, Маргарите из мультфильма, и у тебя из мультфильма есть. И такой макияж. Очень круто. Следующий макияж — это вампир. Как крем. Ну какой-то вонючий. Может, он уже старый? Мне пришлось снять эту краску. Она просто очень. А надо теперь красить вот этим. Кожа готова. Нужны синячки под глазами. Красим глазки. Сначала на лбу. Все. Теперь нужно нарисовать потеки крови. Ну что, ребят, я закончила мой макияж вампира. Было очень весело. Ну что, ребятки, наше видео подходит к концу. Мы надеемся, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте лайки. Не забывайте переходить на канал Лина Лайф и посмотрите, как она выполнила задание. Также переходите на наш инстаграм и голосуйте, какой вам макияж больше понравился. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока! Пока-пока!